Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Как обычно, по традиции, вместе со мной заряжаем себя на самый лучший день и проговариваем такие слова. Сегодня я прекрасно проведу свое время. Вот проговариваем один раз, и вы посмотрите, как вы себя будете прекрасно чувствовать. Ну а теперь небесные послания на 27 мая. Дары любви, предназначенные для вас. Когда мы воспринимаем мир как нечто удивительное и прекрасное, к нам неминуемо приходит подтверждение этого. Как бы сейчас ни складывалась ваша жизненная ситуация, просто знайте, что Вселенная всегда готовит для вас неожиданные, но приятные подарки. Не воспринимайте под подарками что-то материальное. Это могут быть даже просто добрые слова в ваш адрес, возможности или же просто радостное известие. Важно уметь замечать эти проявления любви и доброты Вселенной к вам. Чем чаще вы будете замечать их и внутренне говорить спасибо за оказанное вам добро Вселенной, тем чаще она будет радовать вас снова. Высшие силы готовы осыпать подарками того, кто наполнен радостью и благодарностью за полученные с небес дары. И в течение всего дня обязательно проговаривайте такие слова. Я знаю, что моя жизнь прекрасна, и в будущем я вижу только хорошие вещи. Повторяем 7 раз, и вы посмотрите, что ваша жизнь будет значительно прекрасна.